Добрый день, с вами программа «Качество жизни» и я Маяна Эля Менти. Продолжаем тему «Рождение новой жизни». Чувство тревоги и страха присущи многим беременным женщинам на поздних сроках беременности. Как правильно подготовиться к родам, об этом сегодня и поговорим. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Маяна. Сегодня в нашей программе гость Мария Дюжева, перинатальный психолог и дуола. Мария, ну раньше рожали вот таких прекрасных деток в поле, без всяких психологических подготовок. Что сейчас изменилось в современном мире? Ох, Маяна, очень много изменилось. Но сразу хочу сказать, что вот это мнение по поводу поля. У нас такой климат, что в поле рожали, ну, разве что, может быть, в сенокос, а в остальное время года все-таки рожали не в поле. Все-таки не в поле, все-таки да? Все-таки не в поле. И, может быть, психологическую подготовку выполняли старшие, мамы и бабушки? Старшие женщины в роду. У нас очень сильно сейчас, ну, в настоящее время утеряна вот эта преемственность в этом вопросе, да? И раньше, в принципе, в семьях, ну, один-два ребенка, это считалось, ну, это вообще практически почти нет детей, да? А сейчас часто женщина берет на руки первого младенца своего собственного и не имеет никакого опыта общения с маленьким ребенком, да? Да вообще понимание даже, что происходит не с организмом, не с самой собой, что происходит во время беременности. Да. Ни во время беременности, ни в ходе родов, ни потом в раннем, ну, ни в послеродовом периоде. Поэтому про поле, конечно, хорошо, но там и, и физиология женщин была другая, и вот это родовое такое поддержка, да, рода старших женщин в роду. Акушерство было совсем другое, да. Практики роддомов не было. Сейчас важно знать, что там да как, да. И даже вообще сложно представить, чтобы в те времена женщина перед родами чего-то боялась. По-моему, ей это было настолько естественно, да. Это, ну, просто женщина в принципе в другом состоянии находилась. Вот эти женские состояния, чувствование своего тела, оно было другое. Женщины не настолько были в уме, как, ну, как современные женщины. Не проводили по 8 часов в офисе за компьютером с работой, да, еще которая во время беременности. Да, совершенно. Ну, не близко к теме ни беременности, ни родов. И женщина после 7 месяца приходит потом, и, ну, фактически у нее 9 месяцев на подготовку, а у работающей женщины остается всего 2 на поздних сроках. Ну, а и, все и это на время посвящает ни себе, ни ребенку, да, ни работе над собой, ни концентрации над тем, что с тобой происходит, да? А человек отдается работе, ну, да, совсем другим вещам. Да, и поэтому это сильно, ну, про поле, в общем, это очень в давние времена это было, и к нашей современной реальности имеет очень отдаленное, ну, получается, как быть, отношение, поэтому нужно, к родам нужно готовиться. Вот с чего начинается правильная подготовка к родам? Мы можем дать такую пошаговую инструкцию, по каким пунктам она происходит? Вот первым пунктом что? Наверное, что мы можем смотреть? В первую очередь стоит сказать, что подготовка к родам – это такой многоаспектный процесс, потому что, в принципе, ну, роды – это объемный такой процесс, да, и подготовка объемная, многоаспектная. Нужно обязательно подготовиться с точки зрения медицины, да, подготовить физическое тело, потому что оно участвует в первую очередь в процессе, подготовиться психоэмоционально и подготовить окружение, куда, собственно, приходит малыш. И я предлагаю вот по этим пунктам. Давайте начнем с медицинского аспекта. Угу. Что в него входит? В первую очередь выбор роддома, ну, выбор роддома или понимание, да, в каком роддоме я буду рожать, потому что так кажется, что, ну, многие женщины тоже говорят, ну, найду врача, ну, врачу заплатила, там, контракт заключила с роддомом, ну, все, ну, вот и подготовилась, врач там, он же знает, ну, я не первая буду, беременные, как еще говорят, беременные еще никто из роддома не выходил, все рожают, и я рожу. Ну, на мой взгляд, это несколько инфантильная позиция. Конечно, беременной еще никто не остался. И беременной из роддома, да, тоже еще никто не вышел. Но вопрос, с каким послевкусием от этого процесса оттуда женщина выходит? Часто встречаю женщин, которых уже несколько лет прошло после родов, а у нее эта тема все еще фонит, да, то есть роды становятся таким травматичным событием от того, что то,
что и как с ней там происходило, она не ожидала. Она там думала, например, что ребенок будет всегда с ней, а его унесли. Ну, тоже представление. То есть это может отпечататься в дальнейшем даже на несколько лет? Да, да, да. И как там, какие последствия могут быть? Ну, это в семье как-то может быть проявляться, в отношениях супружеских? В отношениях с ребенком в первую очередь, в отношениях с самой собой. Это очень, ну, это зависит от психологии женщины. У кого-то ощущение, что вот я такая сякая, там родилась не так. У нас сейчас, в принципе, психологическая такая вот эта, да, оценка в обществе, там, справилась, не справилась. А вот я родила не так, как я ожидала, не идеально, значит, я не справилась, значит, я плохая мать. То есть дальше тянутся вот эти ниточки. То есть такие даже мысли бывают, да, у женщин. Да, бывают у женщин такие мысли. Важно, во-первых, иметь реалистичность. Частичное ожидание от процесса, как это происходит в роддоме. Женщина, которая первый раз идет в роддом, для нее может быть, для нее в новинку, как там все. Для тех, которые первый раз рожают, это тоже может быть каким-то стрессом, это ситуация непонятная, когда чужие люди, водят по разным комнатам, заставляют делать то-то. Ожидания от врачей тоже очень могут быть нереалистичны, то, о чем мы говорили в прошлой программе, когда от врача ожидается какая-то эмоциональная поддержка, а он там не для этого, это тоже. Дальше... Скажите, если женщина ни разу не была в этом роддоме, она может прийти просто на экскурсию, скажем так? Есть роддома, которые практикуют, дни открытых дверей, так называемые. Mm. И в этом плане вот женщины часто спрашивают, стоит ли заключать договор с врачом, если... Это как отдельный аспект подготовки к родам, то да, ну здорово, когда женщина знает заранее, с каким врачом она будет рожать, там какие-то отношения с ним начинают строиться, доверие, то есть она чувствует, что в компании этого, она ему доверяет как специалисту, и тогда ей проще в самом этом процессе расслабиться и довериться. Но если подготовка к родам заключается только в этом, то есть я заключила договор, выдохнула, все, значит, все пройдет теперь хорошо. Пошла дальше работать. Тогда нет. В таком аспекте заключения договора скорее нет. То есть перекладывание ответственности за свои роды на врача – это большая ошибка. Потому что врач, он, конечно, ответственен за этот процесс в медицинском аспекте. Ну и опять же, чем может помочь врач? Вот. Чем может помочь врач на родах? Он может сделать укол, он может в серьезном случае сделать кесарево сечение. Может сделать медицинские манипуляции, но правильно дышать за вас в ваших родах врач не может. И во время родов никто учить не будет. Ну, конечно, акушерка скажет, как нужно, но во время родов сложно. Роды такой процесс, когда имеет место такой процесс, который называется неокортикальное торможение, то есть мозг рожающей женщины, он немножко такой, так скажем, в отлете. То есть наша думающая часть в идеале, она должна уступить место базальным структурам мозга, которые чтобы правильные гормоны вырабатывались, чтобы женщина уходила в этот процесс. Что нужно для этого сделать, чтобы в правильном направлении? Вот как раз думать в этом месте не надо, поэтому когда женщине говорят, как правильно дышать. Это тут тоже перекликается. Проходит мимо, может проходить мимо. Да, да. Ей сложно сконцентрироваться на чужих, нужно время, чтобы вообще понять, о чем речь. А если до этого она несколько месяцев тренировалась, то у нее это знание уже на уровне подсознания. На уровне тела. Тело даже. Да, уже тело знает, как дышать. Mm-hmm. Если тело умеет расслабляться, тело знает, навыки дыхания отработаны, то ей не надо долго соображать, включать кору и соображать. Мы подошли к физиологическому аспекту, к телу, к физическому. Да. Подготовка тела. Вот что заключается в этом? Тут тоже много аспектов. И мы не будем сейчас говорить о том, что нужно правильно питаться, много гулять, много кислорода, потому что это как бы базово, это и так понятно. Бассейн желательно, баня, кстати. Только тут важно понимать, что это должна быть мягкая женская баня. Если нет противопоказаний. Да, если нет противопоказаний, конечно. И до какого срока, если нет противопоказаний, можно в баню ходить? Раньше рожали не в поле, а часто в бане. Это к вопросу, что в принципе до самых поздних сроков можно ходить в баню. Тут наоборот, не до какого срока, а с какого? До 12 недель, когда беременность еще в
в самом зачатке, так скажем, когда она еще не укрепилась, не закрепилась, то баня может быть... А чем так хороша баня для беременных? Баня расслабляет, баня запускает лимфодренажные процессы, да, то есть мы потеем, а лимфодренаж для беременной женщины очень важен, и он затруднен в силу того, что меняется физиология. То есть сделаем еще акцент, мягкая баня, да? Мягкая женская баня, это не финская сауна, когда 100 градусов, да, там, и кто дольше просидит, нет, это вот не про это, мягкая, женская такая расслабляющая баня, там, чаек, да, то есть тепло, прогревание, расслабление, вот для этого. Ну, вообще женщине во время беременности, как говорится, показаны расслабляющие процедуры, наверное, да. Массаж тоже, да, в том числе? Массаж тоже, массаж, он... осложнен фактом наличия малыша, то есть здесь массаж воротниковой зоны, да, и массаж стоп, лица, например, стоп и ног, да, тем более стопы и ноги, ноги и стопы, в частности, испытывают колоссальную нагрузку за счет того, что вес беременной женщины увеличивается, и тут затрудняется отток и крови, и лимфы, и почему ноги часто у беременных, и отеки возможны, да, такие уже физиологические, мы не говорим, да, про патологию, про какой-то массаж ног очень показан, да, тоже. Но это все больше к общеукрепляющим, то, что не вызывает, в принципе, сомнений. А вот специфическая подготовка тела, здесь можно сказать, что важно готовить те органы и места, которые будут непосредственно участвовать в процессе родов. То есть их надо тренировать? Их можно тоже готовить, так скажем. Тренировать тоже можно, да, есть упражнение Кегеля, но тут важно это делать тоже со специалистом. Есть и противопоказания к этому, то есть можно так затренировать это все, что важно, чтобы это потом умело вовремя расслабиться, да. То есть можно готовить промежность, можно делать массаж промежности, промасливать, можно пить травы тоже при отсутствии противопоказаний, которые будут мягко готовить ткани, да, к родам, лист малины, манжетка, такие, так называемые женские травы. Можно делать упражнения, которые специфические, то есть, понятно, йога, гимнастика, общеукрепляющие упражнения, конечно, да, но если мы говорим о подготовке к родам, есть и специфические упражнения, которые будут помогать костям таза, да, лучше раскрываться, подвижность обретать. Эти упражнения ежедневные? Тут уже, знаете, каждый... Индивидуально, да? Индивидуально, да. Но, это могут быть вполне ежедневные упражнения, да. Мария, вот скажите, подготовка физическая, физиологическая, да, она способствует тому, чтобы и психология женщины как бы укреплялась тоже? Вот эти факты взаимосвязаны как-то? Взаимосвязаны, конечно. Если женщина чувствует, что... физически она, крепкая, крепкая, да? То это дает ей определенную уверенность. Кстати, еще и сам процесс подготовки, он тоже делает ее более уверенной, конечно, правильно? Если ежедневно однозначно. Готовиться к этому процессу, каждый день, да? И тут, своеобразная настройка уже происходит, особенно если это специфическая подготовка, гимнастика для беременных, да? Когда хороший тренер говорит, готовит к правильному тужению, тут тоже вот про специфику, да? Когда женщина не первый раз от акушерки слышит, там, сбрось потугу. Вот представьте, женщина вообще такое? Не готовилась, ее тужит, распирает, а ей акушерка говорит, а сейчас не тужься. И реально нужно время а процесс-то как бы идет, и у нее нет возможности сказать так, пауза, сейчас мне быстренько объясните, что мне нужно делать. Это же все, процесс невозможно остановить. Если когда мы готовимся к марафону, к какому-то, мы же готовимся интенсивно или к восхождению, да, но можем на полпути сказать, так, слушайте, я что-то плоховато подготовился, я сейчас обратно еще подготовлюсь и второй раз попробую. То в родах такого невозможно сделать. Невозможно второй раз прожить свои роды и как-то сделать какую-то работу над ошибками. Давайте перейдем к третьему аспекту, к психологическому. Что здесь вот женщине нужно делать, либо ее близким? Вот как вы строите психологическую подготовку? Она очень многоплановая психологическая подготовка, и здесь сразу оговорюсь, во-первых, она должна быть точно шире, чем только процесс родов.
как бы это сейчас ни звучало, но очень часто я встречаю женщин, которые говорят, ну вот роды, и это объясняется еще и физиологией, что в мозге беременной женщины формируется родовая доминанта, и все ее существо направлено на то, чтобы вот родить малыша. Но сразу после того, как малыш родится, возникает очень много задач у женщины. Налаживание грудного вскармливания, послеродовый период, освоение новой роли не только жены, да, но и мамы. Близкие родственники начинают тоже обретать новые роли бабушек. И здесь вот это... Мария, можем мы пройтись по основным тревогам и страхам, которые транслируют беременные женщины, с которыми вам приходится работать? Можем, их много. Ну, страх родов. Обычно женщина говорит, я боюсь рожать. Но здесь очень важно дальше дифференцировать, потому что для каждой женщины бояться рожать – это про разное. Одна, я дальше задаю вопрос, а чего именно ты боишься? И для одной женщины это страх боли. И тогда мы начинаем разбираться, откуда у нее возник этот страх боли. Это услышано или это у нее какой-то свой опыт, и дальше, ну, соответственно, работа строится по одним образом, да. Другая женщина, например, говорит, а я боюсь, что я умру в родах, да, например, или что что-то случится с моим ребенком, что он, я своими действиями или действиями медперсонала приведут к тому, что он будет там больной, например, что получит травму в родах. И тогда работа строится совсем в другом ключе, да? Ну вот могу сказать из опыта знакомых семей, что одна женщина действительно готовилась к родам как к последнему дню своей жизни. Вот столько на ней было навешано страхов. Вот к вам такие персоны наверняка уже приходили, и вы прорабатываете, ищете причину, да, откуда этот страх прошел, да? По-разному бывает. Ну, в первую очередь, конечно, мы выясняем, да, откуда такой страх взялся. Возможно, это страх просто как на форуме прочитала, и вот стала об этом думать. А так как у женщины нет специфической медицинской подготовки, часто, ну, она что-то услышала, и это в ее сознании раздулось до огромных масштабов, а на практике оказывается, что это, ну, какой-то очень единичный там случай, что это бывает там 0,0%, и услышав об этом, это сильно снижает уровень страха. Вообще, у этой можем женщины посоветовать беременным женщинам поставить ограничения по информации. Однозначно. Вот прям четкие фильтры. Позитивное впускаем, негативное закрываем дверь. Перед, да. Да. Если это речь об информации, которая извне приходит, вот какой-то чужой опыт, потому что здесь важно вот тоже грань вот эту провести. Как часто беременным говорят, ну ты же беременная, тебе нервничать нельзя. Да, ну это стандартная фраза. Да, и такое впечатление, что вот эти все страхи, тревоги, mm-hmm. которые внутри нее, там, женщины же часто на слезы пробивают, то есть она становится более эмоциональной, а ей тут все вокруг говорят, ты что, ты же беременная, тебе вот это вот все нельзя, а извините, куда вот это все ей тогда деть? Куда? Куда? Вот ни в коем случае нельзя это все вовнутрь заталкивать и пытаться mm-hmm. сделать вид, что этого нет, это со мной не происходит, да нет, я вся тут такая, все пройдет, как мне говорят тоже некоторые, я настраиваюсь, что все будет хорошо. Ну ок, но это звучит примерно так же, как я настраиваюсь похудеть, но при этом ничего не меняю, то есть я не начинаю физическую нагрузку какую-то добавлять, холодильник, к холодильнику реже подходить, ну это не работает, ты может быть и похудеешь, да, но вряд ли, и точно так же здесь, если подготовка к родам это только про то, что я настраиваюсь и все, то это очень инфантильно, это потом может аукнуться в родах и в послеродовом периоде, так вот про эти эмоции, которые... Мы ни в коем случае не задраиваем эти люки. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь самостоятельно, то есть уровень, на самом деле бояться родов, ну как бы это нормально, ну бояться родов в хорошем смысле, легкий уровень тревоги, он должен присутствовать, это же, ну понятно, вы, если, особенно если вы первый раз рожаете, это нормально. Но если вы чувствуете, что зашкаливает, и вы не справляетесь уже сами, что окружение еще такое, которое не способствует тому, чтобы вы, ну как-то легче это чтобы вы могли это проживать, эти эмоции, и как-то с ними взаимодействовать, а призывают задраить, тогда лучше обратиться к специалисту. Задраивание эмоций, ну, они потом взорвутся где-то в другом месте, или в родах, или в послеродовом периоде. Здравствуй, послеродовая депрессия. Это еще один... То есть послеродовая очень... депрессия, получается, она вытекает из процесса беременности неправильно проведенным, да? Часто. Ну, вот, то есть, если беременность прошла в тревоге и в страхе, да, и эти чувства никуда не реализовались, да, не вышли наружу. Потом как-то еще каким-то образом произошел, ну, сам процесс родов сложился, и это
Процесс родов – это сложный опыт, и он тоже требует своей интеграции, нужно время. Вот то, о чем мы говорили, психологические задачи послеродового периода. А тут женщине не до того, ей же еще за младенцем нужно ухаживать, ей нужно грудное вскармливание налаживать, ей нужно быт весь перестроить. Ну да, много задач. У нее много задач, а тут еще, если она приносит с собой вот этот багаж непроработанных вот этих, ну, боялась, и вдруг это вот еще, не дай бог, в родах что-то пошло не так, и был травмирующий опыт. Просто объем задач послеродовой, который еще накладывается на физиологию, на то, что она, в принципе, физически себя плохо чувствует, ну, как плохо, чувствует себя как после родов. Это особое послеродовое состояние, да, эмоционально там шквал гормонов. Вот представляете, какой объем задач психологических, физических, обусловленных физиологией наваливается на женщину, плюс социальная изоляция. Она тут 7 месяцев работала и думала, что возможно, что, ну, рожу, и все будет, ну, примерно так же, ну, только еще малыш добавится, ну, как бы, вот, а нет, же ж не так происходит. И объем задач очень высокий, и это может вылиться в послеродовую депрессию. Наверное, важно, чтобы все это, что происходит с женщиной, понимали и ее близкие окружающие. Да. Да. Что тоже не часто происходит чисто из-за того, что нет знаний на эту тему. Нет знаний, и вообще низкая психологическая культура. И очень часто наблюдаю, что акцент часто... Ты пока беременная, ты такая, как хрустальная ваза практически, ну ты же беременная, ну вот и место-то уступят, и вот ты ляжь, отдохни, ты, ну вот, а потом ты когда родила, ты как будто становишься при младенце. Это вот, ну, к сожалению, часто транслируется окружением новорожденных мам. Ну, у меня даже есть термин новорожденный, он не только младенец, а мама, она тоже, особенно в первый раз родившая, да, она тоже новорожденная, это тоже для нее новый опыт, она первый раз мама, она ей нужно и контакт с младенцем наладить, там, ну, там столько задач, а если окружение при этом, ну, акцентирует свое внимание на нуждах ребенка, а не на нуждах мамы и на ее, ну, то ей становится как-то вот и одиноко, и, ну, там целый спектр. Ну, вот мы так постепенно перешли к четвертому пункту – подготовка близких к родам женщин, да? Да, в первую очередь супруг. Супруг. Он должен понимать, что с ней происходит. Да, он должен понимать особенности ее физиологии, особенности ее психологии. А как это сделать? Это сама женщина должна ему рассказать, объяснить. Вот какие пути есть донести эту информацию до мужа? Ну, путей несколько. Или сама женщина, или можно обратиться к специалистам. Если мы говорим о нашей школе рождения, у нас девиз «Без пап никуда». Потому что сама я 2 раза прошла через опыт рождения, и я знаю, насколько ценна, важна помощь супруга, его понимание того, что происходит, да, и поэтому на курсах мы обязательно папам про это рассказываем. Опять к вопросу, когда начинается отцовство. Часто мужчины думают, ну, это все бабьи дела, там, пеленки, распашонки, а вот подрастет, в футбол будем играть вместе. Но нет, тот же вот этот и контакт папы с малышом, он тоже здесь уже начинается. И вот это строительство семьи, переход ее на новый уровень, когда мы были просто пара, муж и жена, а потом мы уже не просто пара, муж и жена, мы уже муж и жена, но при этом мы еще мама, папа, и у нас есть еще общая ответственность, да, у нас есть еще ребенок, и вот это строительство новых взаимосвязей, важно к этому начинать готовиться еще до момента родов. Это не случается вот так вот, хоп, и вдруг. Подготовка очень важна. То есть об этом лучше подумать заранее. Подумать ну, заранее. А скажите, пожалуйста, а другой близкий круг родственников, там будущие бабушки, дедушки, братья, сестры, ну еще какие-то ближайшие родственники, если они особенно находятся близко внутри семьи, может быть, они вместе даже живут. Их тоже наверняка как-то надо подготовить, что их образ жизни изменится с появлением ребенка, а также понимание состояния беременной женщины. Да, но тут я бы сказала, наверное, в первую очередь, что нужно не их готовить, потому что их образ жизни изменится, потому что в первую очередь меняется образ жизни семьи. Тут важно женщине в этом плане готовиться. По сути, все должны ей как-то, ну не то, что должны стараться помогать.
Да, тут много аспектов. Женщине важно уметь просить помощь. То есть в этом плане, ну, я еще раз повторюсь, это такой многоплановый, многоаспектный процесс. Мы готовим и окружение, и саму женщину к новым взаимодействиям с этим окружением. Что если до этого, когда свекровь приходила там, или мама приходила и говорила, ну, какие-то там, ну, что это было по одному, а когда появляется малыш, и она приходит и начинает уже с высоты своего опыта говорить, а я там двоих уже вырастила, то важно женщине понимать вот этот вопрос границ, что это теперь ее материнство, насколько она... Материнство – это такой новый опыт взросления для женщины всегда. Это скачок. То есть она была просто женщина, а теперь она, как на Руси, была просто девка, а бабой становилась только женщина после родов. То есть это такой, ну, новый уровень. И женщины, не подготовленные к этому, часто тут сдают позиции перед авторитетом старших женщин в роду, которые приходят и говорят, а мы сейчас тут покажем, как надо купать, мастер-класс, да, и женщина, а тогда вопрос, где ее материнство, ну, в этом месте, кто, ну, часто такие женщины тоже приходят и говорят, я как бы чувствую себя, да, ну, как-то не очень подавляют уверенно, ее, как бы, да, да, получается, такой аспект, старшие, да, женщины, да, рода. Да. И тут нужно уметь вот эти границы выстроить, что это, ну, тут я мама, принимать конструктивные какие-то, если это общение такое, которое наполняет, если это действительно помощь, которая питает, которая необходима. И, ну, и вовремя сказать нет, когда ты чувствуешь, что твои границы, как мамы и как женщины, уже, ну, как бы попираются, так скажем. А вот этот аспект. Мария, наше время уже практически подошло к концу. Ну, может быть, вы какие-то конкретные хотите еще дать советы барышням, которые готовятся стать мамочками? Лично от себя, что бы вы им пожелали? Лично от себя я бы пожелала готовиться. Потому что, конечно, можно сказать, что, ну, рожу и там как-нибудь разберусь. И да, да, как-нибудь, возможно, невозможно, а наверняка как-нибудь разберетесь как-то... как-то это случится, как-то ваш малыш, конечно, он вырастет, и вы как мама тоже как-то вырастете, как-то вы эти процессы все равно пройдете. Но из своего опыта женщины, которые готовятся и которые осознанно к этому подходят, которые учитывают психологию, психологические факторы, физиологические факторы, по опыту они более... ресурсно, более наполненно, более полно проживают этот опыт, он более позитивный. И такие женщины говорят, что, ну, я готова еще родить, да, то есть когда... Вот самый главный, да, аспект, что потом женщина желает еще рожать ребенка. Да, они так, тоже я встречаю, женщины иногда говорят, я ходила с коляской, то есть женщина, которая не готовилась к первым родам, да, приходит готовиться ко вторым, говорит, я ходила после первых родов с коляской в парке, и я смотрела на всех этих женщин, которые тоже ходят с колясками в парке или с подрощенными малышами, и я думала, а вот они все знали, и почему мне никто не сказал, да, почему вот, то есть... И в этом звучит такая боль, что я могла бы по-другому, но сейчас я уже не могу отмотать назад это кино и сделать по-другому, ну, что-то сделать по-другому. Ну вот, Мария, надеюсь, что нашу программу посмотрят женщины и будут знать, как готовиться к родам. Спасибо большое. С вами была программа «Качество жизни». Я Маяна Эля Мэнти. Всего хорошего. До встречи.